На Алтае начался 16-й региональный IT-форум. Это мероприятие объединяет краевых, сибирских и российских специалистов информационных технологий и становится площадкой для обсуждения главных тем отрасли. Одна из них – импортозамещение. Например, это «Катюша Принт» – наша экосистема печати, в которой увеличивают количество отечественных комплектующих. Вы можете печатать защищенные документы, печать по требованию. Есть документы для служебного пользования, предназначенные только для вашего личного ознакомления. Соответственно, вы получите документ на принтере, только когда непосредственно подойдете к нему и авторизуетесь. Вопрос информационной безопасности тоже один из ведущих. По словам федеральных экспертов, в Москве очень ждут разработок в этой сфере. Руководство страны ставит задачу, в том числе и с нашими системами информационной безопасности, выходить на внешние рынки. В Москве собирались и обсуждали вот прям составить перечень этих барьеров, и в Минэкономразвитии, Минцифры, там в Думу попросить убрать барьеры, потому что иногда дело не в нехватке наших продуктов, а в трудности выйти отсюда. Но сами же гости подчеркивают, импортозамещением в IT в России занимались с 2014 года, но события 2022 резко ускорили этот процесс. Поэтому и вопрос с административными и другими барьерами тоже скоро должен упроститься. Внутри страны формируется большое IT-сообщество, которое привозит в свои регионы отечественные технологии. Это касается и аппаратных частей, это и серверы, это и компьютеры, это и принтеры. Ну, вроде бы такая простая задача, но действительно она тоже у нас стояла под вопросом, а сейчас такие решения появились. Завтра в рамках форума участники обсудят переход на отечественное программное обеспечение и совместную работу бизнеса и госуправлений. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, «День с толком».